Привет! На этом канале уже были видео о технологиях апскейла, народной трассировке лучей, кастомных разрешениях экрана, графических модах и прочем. И я подумал, почему бы не продолжить эту тему. Сегодня я предлагаю рассмотреть работу, на мой взгляд, лучшего постпроцесса сглаживания, доступного на данный момент в ReShade. Да, опять ReShade. Потому что это отличная среда для создания хоть и простых, но порой весьма эффективных графических улучшений для игр. Но перед началом я намекну, что если эти видео кажутся вам хоть немного полезными, или может профански забавными, вы можете закинуть мне несколько монет на вкусный кофе со сникерсом. Ссылка в описании. Прежде всего, наверное, стоит сказать, что хорошее сглаживание на данный момент есть в абсолютном большинстве игр. DLSS, FSR 2.0, XSS от Intel все чаще появляются в новых проектах, а там, где нет, как минимум есть уже привычные TAA. Наконец, во множестве из этих игр сглаживание даже нельзя отключить. Потому проблема алиасинга для современных игр, кажется, осталась в прошлом. Но ведь мы продолжаем играть не только в современные игры, так ведь? Вернемся в 2007. Огромное количество игр, выходящих во время 7 и даже с началом 8 поколения консолей, унаследовало консольные же технологии сглаживания. На тот момент это были FXA, SMA и прочие фильтры, основной проблемой которых было заметное снижение резкости всего изображения на экране. И алиасинг не исчезал полностью, а лишь смягчался. Например, Witcher 3, где огромное количество шевелящейся на ветру растительности переливается всеми цветами пикселей. Или первая часть Crysis, где встроенные методы сглаживания зелени достойно справляются со своей работой лишь при очень высоких разрешениях экрана. А зелени в Crysis много. Ну и наконец, мне кажется, самой нуждающейся в хорошем сглаживании является трилогия Arkham, особенно Arkham Knight. Эта игра славится своей отвратительной ПК-версией, потрясающе детальным визуалом и абсолютно неэффективным сглаживанием. Сегодня мы проверим, поможет ли интеграция TAA наконец полностью побороть алиасинг в этих играх, пусть и таким кустарным способом. Стоит сказать, что я выбрал именно эти игры, потому что хорошо запомнил их проблемы с неэффективным сглаживанием еще с момента ознакомления на релизе. Уверен, что проектов с такими же проблемами значительно больше. Например, в Stalker и его дополнениях можно было включить MSAA, который совершенно неэффективен в сглаживании растительности, которой в этих играх немало. Может, вы знаете и другие игры с этими проблемами? Напишите в комментариях. Человек под ником Jacob Picoder написал два шейдера, работу которых мы сегодня и рассмотрим. Первый — это ReShade Motion Estimation. Motion Estimation. Он собирает данные о движении в кадре и передает их другому шейдеру, умеющему с этими данными работать. Второй уже, ReShade TFA, сглаживает только те участки изображения, где наблюдается движение. Сглаживание происходит объединением данных из соседних кадров, и в комбинации с любым другим постпроцесс-фильтром должно получиться избавиться и от статичного алиасинга, и от пиксельного шума в движении. С применением TFA пиксельный шум растительности существенно уменьшился. Видно, что грани колосков остаются довольно различимыми и четкими, в то время как без сглаживания или с включенным сглаживанием в игре при движении они просто рассыпаются на пиксели. Для удаления статичного алиасинга я использовал порт CMA сглаживания от Intel, написанный уже известным на этом канале Паскалем Гилхером. Шейдер довольно аккуратно работает с гранями объектов и не так агрессивно сглаживает углы, как, например, FXA, но в отличие от него сохраняет общую четкость изображения. На этом примере видно, что только движущиеся объекты сглаживаются и при этом все равно не превращаются в какое-то мыло. Очень сложно показать реальное эффективное сглаживание на YouTube так, как я его вижу на своем экране. Хотя бы потому, что видео этих примеров перед попаданием на ваш экран будет пережато два раза. Первый во время монтажа и второй на серверах YouTube. Учитывая это, я увеличиваю изображение в надежде на то, что разница будет заметно отчетливей.
Также я хочу заметить, что применение этого сглаживания с этими настройками не приводит к 100% удалению алиасинга. Мелкие детали толщиной всего в несколько пикселей все так же остаются видимыми на экране. И это очень важно, потому что если слишком сильно перекрутить сглаживание, то мелкие объекты начнут просто мерцать или совершенно исчезнут с экрана. Конечно, это сглаживание не дается бесплатно. На данный момент Motion Estimation Shader очень прожорлив в плане производительности. У меня нет данных о работе на других конфигурациях ПК, но на моем железе работа TFA в разрешении 2К снижает фреймрейт на 25%. Много ли это? Немало. Если изменить некоторые параметры в настройках шейдера, можно добиться большей производительности. Но пока у меня нет точных цифр и сравнений с другими конфигурациями, я решил оставить этот сегмент вне видео. К тому же я надеюсь увидеть повышение производительности с будущими обновлениями шейдера, потому что даже последняя на данный момент версия работает быстрее, чем первая релизная. Но если вам интересно попробовать это все самим, я оставлю в описании ссылки на все необходимое, включая пресеты, которые я использовал с играми в этом видео. И если вам понадобится какая-то помощь в настройке, смело обращайтесь ко мне в группу в Discord. Также я оставлю там закрепленный пост, где опишу методы применения, особенности и некоторые минусы, которые я нашел в этом методе сглаживания. Надеюсь, это видео было полезным или хотя бы забавным. Всего хорошего.